Айнагуль Барбуева работала горничной в одной из гостиниц Новосибирска. На улице рядом с отелем женщина подобрала сумку. Решив, что потерявший ее постоялец вскоре объявится, отнесла находку в подсобку. Хозяин действительно нашелся, но стал утверждать, в сумке было 7 миллионов рублей. Суд в итоге встал на сторону обвинения и отправил горничную в колонию. Сама задержанная утверждала, что в сумке как раз таки никаких денег не было, это была пустая сумка, в связи с чем она и не проявила должную осмотрительность, не сообщила сразу в полицию о находке, так как считала это малозначительной находкой. По мнению юристов, разъяснения, данные Конституционным судом, помогут в будущем более четко квалифицировать действия граждан в каждом отдельном случае. Но эксперты все же советуют помнить о простом, знакомом еще с детства правиле «не твое, не бери». Александр Белипов, Дмитрий Пищухин, Диана Счастливая и Елена Бедяк. Вести.